А что у нас с космосом? Ну, просто подошло время долго ожидаемого и многожды анонсированного интервью с космонавтом. А у нас с космосом все хорошо. Елена Серова. Здравствуйте. Здравствуйте. Помашите, как услышите нас, или скажите что-нибудь. Здравствуйте, я вас слышу очень хорошо. Скажите, как вы меня принимаете? Мы вас понимаем отлично. Я вас тоже хорошо слышу. Ну, мы вас хотели просто немного пораспрашивать о том, как полететь в космос, раз уж мы говорим о том, что возможно и возможно. Вот вы помните, когда вы узнали о том, что отправитесь на МКС? В какой день это произошло? Бывает так, что экипажи меняют, и как бы в моем случае немножечко изменился состав экипажа. И тем не менее, конечно же, да, тут, в общем-то, день я очень хорошо помню. Но, в общем-то, это тот день, который я начала подготовку к полету в космос. А вот 26 сентября 2014 года, когда вы проснулись на Байконуре, и поняли, что сегодня вы отправитесь, вот прямо сегодня отправитесь в космос. Что этим утром у вас в голове и в душе происходило? Ну, во-первых, я была сосредоточена, потому что необходимо было закончить определенные дела. Понимаете, всегда необходимо перед тем, как вы что-то начинаете новое, закончить или, по крайней мере, доделать какие-то дела, которые остались на Земле. Это был крайний день, когда я могла уже завершить все то, что необходимо было сделать. Какие-то важные вопросы решить, это жизненные вопросы, семейные вопросы. И, конечно же, была некая сосредоточенность, потому что не хотелось ничего упустить. И необходимо было взять все контакты с собой сюда на борт МКС, чтобы была возможность общаться с родными близкими, с людьми, с которыми я работаю. Масса, знаете, каких, может быть, где-то житейских бытовых вопросов. Я не могу сказать, что я проснулась и думала только о том, что вот сегодня вечером уже я сейчас в ракету. Нет, я так не скажу, потому что я, наверное, постоянно нахожусь в каком-то процессе, постоянно куда-то бегу, как моя мама шутит, хватай мешок, вокзал отходит. И до конца, пока я шла к ракете, я все прокручивала в голове где-то, ну, не совсем до конца, конечно, пока мы ехали вот, на полигон. Я прокручивала в голове, все ли я сделала. И, конечно же, уже идя к ракете, совсем сменились и другие ощущения. Была сосредоточенность уже конкретно на работе, концентрированность. То есть не хотелось никого подвести, не хотелось подвести прежде всего себя тому, потому что это очень ответственный шаг, это, в общем-то, очень, как вы знаете, опасная профессия, и нужно было сделать все четко, слаженно, точно и в командной работе. Наверное, я сказала слишком много, но вы выберете то, что вам понравилось. А чем вы занимались 8 минут, пока преодолевали земную тягу и вот до той секунды, как оказались в невесомости? 8 минут подъема наверх. О, ну вы хотите, чтобы я вам полубортовую документацию пересказала? Дело в том, что, как я уже ранее вам отметила, четкие слаженные действия, они предполагают командную работу. У нас есть такой документ, называется бортовая документация, введение и спуск, но мы летели по быстрой схеме, как вы знаете, сейчас очень быстрая схема предполагает выведение из духов, в общем-то, в эти же сутки. И подготовка к старту, значит, этапов несколько. Во-первых, мы садимся в ракету, мы готовим оборудование, мы включаем все пульты, выдаем все те команды, которые нам предписаны, нам необходимо организовать связь, нам необходимо организовать работу ракеты, нам необходимо проконтролировать все системы корабля,
и, наверное, большая, кстати, часть вот ответственности фонда, которые с ним заправляли же на борт-инженере, то есть на мне, безусловно, весь этот постоянный контроль систем, он происходит в течение всего полета, от начала посадки в корабль до выведения, стыковки, соответственно. И все эти процедуры, они прописаны вот в этой бортовой документации. То есть необходимо не пропустить ни одного шага. Почему я сказала, что в голове постоянно прокручиваешь какие-то наиболее важные моменты, на что сделать акцент, на что более чаще обращать внимание, на что стоит, допустим, где-то какой-то промежуток времени, что необходимо сделать или подсказать, проконтролировать, допустим, командира. В общем-то, тут в словах так мягкий. Ну вот вы так готовились к полету в космос, а было ли что-то, что вас там поразило, чего вы не ожидали? Нет, такого не было, потому что готовимся мы достаточно долго, и готовимся мы не только в техническом плане, но и в психологическом плане. Как вы знаете, у нас есть очень много этапов подготовки. Например, подготовка, я имею в виду, специальная парашютная подготовка, когда нас готовят психологически, оценивают наши психологические возможности работы в стрессовых ситуациях. Это, в общем-то, стрессовая ситуация. И, в общем-то, это все помогает нам, как говорится, оценить свои силы, понять свои возможности, свои ресурсы. Я не могу сказать, что у меня что-то было такое, что меня сильно очень поразило. В общем-то, опять же, при подготовке, в центре подготовки космонавтов, мы проходили тщательно, шаг за шагом, повторяли все этапы полета. В частности, к которому мы сейчас успешно готовимся с нашим экипажем. И мы были полностью готовы, неожиданности не было. Единственное, была неожиданность, что, насколько вы знаете, у нас не открылась левосмышленная батарея. В самом начале, когда она должна была программно раскрыться, но, к великому удивлению, не только нашего экипажа, но и всех специалистов в группе, она открылась в определенное время после стыковки. Я правильно понимаю, что вы, например, видите каждые 45 минут восход или закат над землей? Елена, а вы вообще, когда вернетесь на Землю, вам путешествовать захочется еще куда-нибудь? Ну, я вообще очень люблю. Не всегда хватает времени, единственное, что на таких путешествиях, потому что я постоянно чем-то занята. Это не доходит минутки. Но я очень надеюсь, что мама меня представит возможность еще раз полететь в космос. Если вдруг этого не случится, в общем-то, знаете, возможно, я куда-нибудь поеду. Я пока не хочу загадывать, потому что обычно, когда я что-то загадываю, оно не все, как говорится, от нас зависит. Больше всех от нас. Просто я не знаю, что меня ждет впереди. А чем вы будете заниматься, когда закончится интервью? Вот выключится связь, и что вы полетите делать? Очень хороший вопрос. Вообще сегодня у нас выходной день, но у нас иногда бывают такие разводы, как обслуживание систем жизнеобеспечения. Вообще-то это обычные бытовые моменты, когда, допустим, у нас заканчивается
обычная питьевая вода, которая хранится, вся вода хранится у нас. Это специальные такие ведра, внутренняя чайка, крышка, внутренняя чайка пластиковая. И там вот находится наша вода, которую мы используем для питья, которую мы используем для такой системы, как электрон. Это система, дающая нам воздух. То есть она перерабатывает воду в воздух. Вода. Элементарно даже для туалета, смывная вода. Все это может закончиться, и придется поменять элементарно ведра. Все очень просто, точно так же, как и на земле. Вот. Помимо того, у нас каждые выходные у нас есть такое понятие, как уборка. Станции мы называем, выходящие на парковую деятельность, так между собой мы пылесосим, мы проводим влажную уборку, наводим порядок. Потому что в обычные будние дни они у нас расписаны все буквально по секундам, по минутам, по секундам. И свободное время есть только вот в обед покушать, и то не всегда будет. Хотя в эти дни тоже мы можем какие-то замены производить, естественно, планово. Но вот сегодня конкретно сейчас мы с вами пообщаемся и пойдем наводить порядок. А что у вас на ужин? Повторите, пожалуйста, вопрос. Я не слышу. Что у вас сегодня на ужин? Это, помните, как Иван Васильевич меняет профессию? Икра заморская, баклажанная. Елена, спасибо вам большое. Мы вас ждем на земле. У нас есть фен. Хорошо, спасибо вам большое за интересные вопросы. Я очень надеюсь, что вам понравились. Прилетайте, потом в Ютубе посмотрите, как мы разговаривали. Счастливо!